Привет, друзья! Российский военнослужащий рассказал про устройство и боевую часть БПЛА «Молния-2». Улучшенную версию FPV-дрона самолетного типа «Молния-2» начали производить в России недавно. Дрон прост, недорог и популярен в войсках. Ранее мы про них рассказывали. Дрон оснащен улучшенным помехозащищенным командно-телеметрическим модулем и способен летать на дальность до 60 км при скорости до 120 км в час и высоте полета 300 метров. Боевая часть у дрона сменная и весит около 6 кг. Судя по словам военнослужащего, дроны они получают разобранными. Освоить сборку дрона очень легко. Самоданный вид самолета «Молния-2» состоит пенопласт, пластик, ну и алюминиевые трубы. Еще дерево присутствует в нем. У нас отдельно идет вот рама, потом крылья все отдельно идут, хвостовая часть тоже, все в разборе. Ну и, соответственно, корпус полностью. У нас приходит все раздельно. Все начинается, сборка здесь. Собираем вот до такого вот плана и потом устанавливаем заряд. Заряды различные, кумулятивные, осколочные, термобаллические. В зависимости от веса снаряда, если снаряд кумулятивный, то у него лицевая часть легкая. Мы добавляем еще для веса вперед гранаты, чтобы при развесовке при батарее проще было развесовку произвести. Потому что если батарея сильно вперед, ее далеко не подашь, здесь и мешает корпус. А при развесовке это очень важно, чтобы птицы баланс был более-менее нормальный. При взлете это очень важно. Дальность до 60 км. При скорости 120 км в час и высота до 300-400 метров. 2 дней хватает человеку, чтобы прийти, не видя ее ни разу в глаза, и начать уже сборку самостоятельно. Друзья, спасибо за просмотр. Приглашаем вас стать частью нашего сообщества и получить новые знания.